русские музыкальные мотивы начали звучать в городе еще до начала большого праздника. Областной отборочный тур национального конкурса молодых талантов послужил символичным открытием торжества. Проявить свой талант на конкурс прибыло 15 молодых кандидатов. Белорусский язык очень люблю, и на белорусском языке петь обожаю, так как у меня еще голос такой больше народный, то есть больше к народному, а не к эстрадному. Прекрасно. Исполнительское мастерство, артистизм. Хорошая фонограмма, качественное исполнение, подача. В этот день сюрпризы с белорусским акцентом встречали гостей праздника на каждом шагу. Открывшаяся книжная выставка «Нам засталася спадщина» никого не оставила равнодушным, а поэтично музыкальный концерт под говорящим названием «С любовью у сердца до родного слова», в котором приняли участие исполнители белорусской эстрадной песни и художественные коллективы Брестской области, окунул зрителей в удивительный мир родного языка, подарив массу положительных эмоций и порцию хорошего настроения. Не так популяризировано, как бы нам хотелось. За этой метой проводим мы это свято. У нас сегодня будут присутствовать старшие классы агульно-адукационных школ города Бреста, будут присутствовать студенты филологического факультета университета имя Пушкина и так само просто жыхары нашего города, пенсионеры, которые зацікавлены именно этим святом. И они у нас уже традиционно приходят раз в год. Праздник у родного языка живые в итоге 5 лет, однако за столь малый срок он успел зарекомендовать себя и получить ответную любовь от жителей Брестского края. Непоколебимое убеждение которых в следующем: родной язык – это не только кладезь мудрости и способ общения, это живая связь поколений и знак существования народа на земле.